В Ірані заарештували декількох людей, причетних до трагедії українського літака Boeing 737 під Тегераном. Про це повідомляє агентство Reuters. Втім, деталі не озвучено. В Ірані лише вказали про арешт, цитую, деяких людей за їхню роль у катастрофі українського літака. Ми дуже таку цікаву ситуацію спостерігаємо і розуміємо, що навіть якось дуже дивно, що саме тоді збили український літак. Не вважаєте ви, що це все ж таки сталося тому, що певним світовим жандармам повинно вони хотіли просто понизити рівень напруги і таким чином з вашого дозволення я буду відповідати не як професор відомого інституту, а як медіаексперт і професор, тому що я виражаю своє мнение своїх експертів, воно, як правило, не сходиться з офіційним, тим більше, що офіційне мнение у нас, извините, мнением сложно, считать его сложно. Итак, я соглашаюсь со своим коллегой визави о том, что американцы ведут себя, как полагается, жандарму, причем пьяному, причем глупому, причем, если вы проведете параллели, то любой президент, который претендовал на второй срок, начиная от нашего любимого в кавычках Буша и заканчивая очаровательным Обамой, начинал агрессию в другой стране, чтобы быть избранным. В частности, Трамп не сделал ничего нового. Он убил второго по важности лидера Ирана на чужой стороне. Мне говорят, это не агрессия. Я говорю, что это? Тогда это теракт, если вам угодно. Я доктор филологии, извините, я привык к формулировкам. Ну, до речі, иранский парламент, иранское керівництво визнало наразі США, військових США та Пентагон терористичною організацією. Це, не речі, сомневайтесь, офіційно. Да. Ну, особенно тут урок личности истории, надо почитать Карлейля, я его тут цитировал, это британский историк 18-го столетия. Он говорит, что многое в истории зависит от этих. Вот, в частности, уважаемые друзья, я никак не могу отказать себе в удовольствии прочитать фразу, что в 18-м году главный редактор «Киевской мысли» Чайковский написал: «Гетманство началось в Украине как оперетта немецкого венского изделия, кончилось как тяжелая драма. Почему бы лет спустя 100 лет Шоумену не стать президентом этой затянувшейся оперетки?» Эта оперетка кончится кровью. Вот я читаю прекрасный материал, кого это интересует, Алена Ксантополус, «Слуги чужих господ». Зайдите, Алена Лыпань или Алена Ксантополус. Она говорит, цитирую, она прозаик и очень хороший, она говорит, страна, которая на грани призрачного бытия и исчезновения. Другой, не менее хороший, известный политолог, говорит об угасающей стране. Я говорю о стране, которая распадается и уверенно идет к гражданскому конфликту. Поэтому нас избрали жертвой. У меня был военный журнал, повторюсь еще раз в этой аудитории. У меня был журнал, который выпускался в 90-м году для солдат и офицеров армии Советского Союза, самой большой армии в мире после китайской, которая распалась. Они искали себе работу. Я выпускал им журнал для наемников. Они все поехали в Африку, они все поехали к Каддафи, они все поехали в Латинскую Америку и так дальше. Многие из них выбились люди, сейчас они среди моих экспертов. Постаревшие, помудревшие, поматеревшие. Первый же день, первый же эксперт, не зная о том, что я к нему позвоню, написал: «Я не верю в катастрофу от слова вообще», когда наш убогий МИД начинал рассказывать, что это же, конечно, катастрофа. Вот, я не верю от слова вообще. Дальше. Уже сегодня мне позвонил один из тех экспертов, который все это анализировал, говорит, мне позвонил наводчик Тора и говорит, это надо быть полным идиотом, но никак не персом, у которых свои танки и свои перехватчики уже. Там идиотов не садят за пульты Тора, чтобы отличить гражданский объект от крылатой ракеты, гражданский самолет. Более того, там существует специальная кнопка, как ты назвал ее. То есть ее переводишь, когда ты видишь большую цель. Цель сразу определяется на экране, и 5 секунд или 10 достаточно, чтобы различить крылатую ракету от этого, от большого самолета. Более того, Штаты закрыли воздушное пространство за 2 часа. Тем не менее, самолеты других авиакомпаний, почему же их не сбили? Как официальная версия, иранцы ожидали атаки крылатых ракет.
она не состоялась, как в ответ на обстрел с изумительной точностью, что подтверждает высокую боеспособность Ирана. Они не попали ни одного этого. Более того, когда они стреляли по баракам, то по этим, по мастерским, то ракета попадала точно в цель, точно в центр, дабы никого, не дай бог, не поранить там, царапинки не сделать американцам. Удивительное единообразие попадания ракеты опасно. Вот, поэтому это была провокация со стороны Трампа. Трамп преследовал свои интересы. Безусловно, кто-то еще включился в эту историю, борясь против стражей исламской революции. Самого мощного, проведите пример с украинской национальной гвардией, самого мощного объединения в Иране. Хоть там 400 тысяч человек, у нас, конечно, меньше. И для того, чтобы нейтрализовать этих стражей. Удастся это или нет? Значит, существует древнегреческий принцип перипатии, о нем писал много Аристотель. Ты начинаешь, ну, я девочкам объясняю, говорю, вот ты хочешь замуж за высокого красивого блондина, выйдешь за лысеющего брюнета. Или, наоборот, за брюнета выйдешь за лысеющего блондина. То есть то, что ты хочешь в процессе достижения цели, претворяется в твою противоположность. Трамп хотел одного – расколоть Ирак. Иран заслужит себе плюсы на выборах, получил прямо противоположное. Иран, Ирак. Ленинская Корея. Ну, это само собой. И Афганистан началось движение. Сплотились в борьбе против американского империализма. На Украину и на начхать. Это жертва, понимаете? Зачем они сбили этот самолет? Ну, тут уже тема для другого, более предметного. Я тут не владею материалом. Поэтому я возвращаю вас к материалу. Там Ольги Ксантополос. Там более чем больше фактов. Но я повторяю. Всегда страдают слабые. Всегда страдают слуги. Из хама не будет пана. У нас не будет армии. У нас не будет культуры. У нас не будет государства. Когда Дроздовский умер в 19 году, легендарные дроздовцы, Белая гвардия, Белое движение, вел своих добровольцев в атаку, он не говорил, мы сражаемся за императора, он не говорил, мы сражаемся за белое дело. Он говорил, мы сражаемся за культуру. Поэтому сейчас вопрос стоит о том, будет ли Украина на мапе світу, как у нас принято говорить, или нет. Будет у нее культура или нет. Вот. А чем повязано падение літака с этими питаниями? А это самое прямое. Понимаете, уровень цивилизации определяется уровнем культуры, это раз. А мощь государства определяется мощью его армии, это два. Посмели бы они сбить иранцы или так, самолет наш, и посмели бы они долго, так сказать, мымриться и говорить, что он случайно упал, если бы они знали, что мы можем нанести ответный удар. Во-первых. Во-вторых, давайте разберемся, кто виноват. Что, сбивали наши самолеты в Иране? Нет. Когда начали сбивать? Когда начался бардак в связи с американским покушением на второго человека Ирана? То есть они привели средства ПВО в боевую готовность. Виноваты Соединенные Штаты Америки, а руководство страны 2, которое допустило, припустилось о помылке, не закрыв воздушное пространство. Я напомню, что товарищ Богдан, товарищ господин, в кавычках, Богдан и господин начальник СБУ не были присутствуя, как его там, молодой парень. Баканов. Да, который получил за месяц назначения звание лейтенанта. Они не были присутствующие на заседании президента, который создал это. Товарищи, двух первых лиц, которые за это ответственны, нет на заседании. Где они? Да они отдыхают. Они загорают. Тут ваши самолеты сбивают. Но что, они не имеют права загорать? Понимаете? Поэтому самое прямое следствие – это ослабление власти и бодрое… ну, одни говорят угасание, вторые говорят фрагментация и война. Как хотите, так воспринимайте. На дурных и больных всегда воду возят. Это трагически проявилось во время сбития этого самолета. Еще раз повторю, вы не забудьте, что Иран когда-то покупал F-14, когда-то покупал Торы. Все это у него свой истребитель-перехватчик, как у Бразилии, бедный, несчастный. Мы думаем, что они бедные, да? Вот. У них опытные эти, там что-то не так. Понимаете, почему сбили именно наш самолет? Там что-то не так. Когда цели поднимались и до нашего самолета.